Здрасте, но как бы это странно не звучало, я прохожу платформер. Да. Тут уже версия 2.2, тут столько понадобавляли. Вот вы сами уже знаете. Но я только сейчас решаю записать то прохождение The Tower. Ну, погнали. Так, погнали, проходим быстренько это. Вот тут вот, сохраняемся. О, блин. Вообще, я проходила не это место. Меня вот эти вот места очень сильно бесят, потому что я почему-то никак не могу пройти. Но первый уровень, можно сказать, самый легкий. Ну, что-то он нифига не легкий. Вот. Погнали. Опа. Так. Проходим дальше сразу же. Опа. Черт. Пипец, вообще запутался, как это все проходить. Вот эта штука крутится. Я хочу перепрыгнуть вперед. Ну что-то нифига. Я уже помню, тут монетка. Ну как ее могут. Ну кто ее не знает? Я вообще в шоке, что кто-то ее может и не знать вообще. Погнали. Сейчас зачел будет вот этот. Сканирует. Ну ладно. Подождем. Честно, не знаю, как перевод. Ну, если бы еще алкинул ее, ну я еще понял бы то, что. А синий, я не знаю, что это. Так, ладно. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Не надо, дядя! Не надо! Ну все, погнали. Level complete. Погнали, второй уровень. Ну, сразу покажу вам, как получить первый. Ну, если кто-то даже и не знал, где вот эти все звездочки, монетки синие. Я до сих пор не знаю их название даже. Сейчас все. Блин, ну что за фигня происходит? Я почему-то при съемке видео игра начинает лагать. И музон такой, слышите? Вот этот музон. Тут. Ох, на краешке. Шара. Боже, ну что за фигня? Почему я просто. Я потом просмотрю этот момент. Я либо просто пролетаю, либо не допрыгиваю, либо что, я не понимаю. Ладно, надо перестать умирать и нормально проходить. Так, погнали. Если что, вы сами знаете, какой у меня канал. Это я говорил в своем объяснительном ролике про канал. Ну, как вы понимаете, все уже понятно. Ну и вот. Так. Как вы заметили, у меня тут скин чуть-чуть другой, а на иконке на Вайбере, там на канале, у меня стоит совсем другое. Потому что я переустанавливал себе вот это вот все, там прошел, ну там себе нормально так. Ай-яй-яй-яй. Плохо. Главное не умереть. То, что я сейчас могу очень легко сделать. Хотя я знаю то, что этот обор это легко. Я же там дошел до последнего уровня, вы сами знаете. Так. Делаем так. Проходим дальше. Так, вот так. И заходим. Итак, погнали, финалочка. Если я пройду с первого раза, то, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Ну, а если не пройду, то можете даже просто подписаться. Но если вам понравится ролик, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Сейчас я всегда вот так вот прохожу. Ну, ладно.
Ну все, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. В следующем... Ладно. В следующем ролике я разберу вот это. Постараюсь что-нибудь узнать про это. Вдруг реально можно тогда пройти. Я буду пытаться смотреть всякие способы. И, пожалуйста, помогите мне найти 50 хотя бы 50 подписчиков. Я смогу наконец-то выпускать трансляцию и так далее. Итак, продолжим. Кстати, если вы наберете очень много подписчиков, я выложу очень смешное видео с моей анимацией про Вуди. Вы оцените. Так. Делаем так. Вот так. Вот так. Вот так. Итак, я прошел. И финальная монетка находится вот тут, кто не сдал. Ну, мог кто-то и не знать. Но там даже трещина была. А в прошлый раз я прошел за 90 секунд вот эту вот штуку. Ну что ж, продолжим. Так, level complete. На одну звездочку снова. Погнали дальше. Третий уровень. Я начал довольно быстро, потому что он оказался довольно легким, когда я узнал. Раньше я все... Блин. Довольно легким. Раньше я покажу вам, где место, которое я долго не мог пройти. Вот это вообще с первого раза прошел. Ну что здесь сложного, объясните мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ну на этом месте я мало вздыхал, но вздыхал. Я просто обычно выучал шипы, вот так вот и все остальное. То есть смотрел комбинацию, как дальше идет. Но это довольно легко. Дальше тут, дальше тут. Вот тут свободно, вот тут свободно. И запрыгиваем. Вот тут вот я все время вздыхал раньше. Вот поняли почему? Вечно почему-то я путался, а потом сегодня начал играть и прошел с первого раза. Расскажите, как получать, кстати, разные скины. Просто мне очень не хватает. Просто 3 скина нормальных у меня есть. Это на кубик вы видели. На этот самолетик и ракеты. Что это там? Можете рассказать еще, пожалуйста, в комментах. Здесь свободно. Здесь свободно. И прыгаем сюда. Так. Черт, я сдох. Ой, не сдох, упал. Так, дальше. Ну блин, ну что за фигня? Реально. Напишите, поставьте лайк. Если вы до сих пор не поставили лайк, поставьте лайк, кто прошел уже третий уровень. А кто не прошел, подпишитесь. А те, кто вообще прошли босса, поставьте... Ну, короче, оставьте коммент. Посмотрим, сколько вас. Чем больше лайков и подписчиков, тем больше мотивации для меня снимать ролики. Потому что сейчас у меня мотивации вообще нет. Мне вообще нечего делать на канале. Я 27 подписчиков получил. И меньше 10 подписчиков это... Это не родственники. Ну, короче, все подписчики практически, это все настоящие люди. И, то есть, я знаю, все обычно просят начинающие касаться родственников и так далее. Но у меня там и половины нет родственников. У меня даже 10 нет родственников. У меня все это все мои подписчики настоящие. Надеюсь, вы будете... Надеюсь, вам понравится мой контент и так далее. Но что-то у меня вообще ничего не получается. Сейчас точно обязан это пройти просто. Обязан. Если я пройду сейчас до того момента с бомбой, то... Ладно. Если я сейчас дойду до момента с бомбой, вы подписывайтесь, если до сих пор не подписались. Если я проиграю, то вы ставите лайк.
если... Да, вы ставите лайк. Ну, ладно. Сейчас постараюсь прямо на 100% выложить. Итак, сосредоточился и пошел. Сейчас точно пройду. А может и не пройду. Сейчас точно пройду. Значит, не сейчас. Значит, попробуем. Я очень стараюсь, мне что-то вообще перестало получаться сейчас проходить. То есть я снимаю ролик, у меня вообще ничего не получается. Хотя я довольно сильно стараюсь. Так, давайте запрыгиваем. Угу. Он едет сюда, перепрыгиваем. Сразу тут. Запрыгиваем сюда. Фу! Нет! Боже, как? Блин, ну я попробую снова, но я должен как-то вспомнить, как я раньше проходил. Ух ты ж, боже. Вот этот чел рычащий, он... Я же проходил третий уровень. Вы сами видели то, что у меня пройти до последнего уровня тут. А что-то сейчас вообще не получается. Ой, лучше я упаду, чем умру, реально. Я не понял. Не пон. Так, быстро. Пошел. Блин, ну настолько быстро, реально. Блин, почему эта штука такая медленная, реально? Вот бывают уровни настолько легкие, что... Вы сами видели то, что у меня тут нажатия не было. То есть, короче, лагающая геометрия. Я только сегодня скачал. Ну, сами видите, я зеленый цвет обычно никогда не использую в скинах. Считаю то, что он не подходит. Сейчас. Ну почему? Что за хрень происходит? Реально, объясните мне. Вот реально, что происходит? Объясните мне в комментариях. И... Не так, типа, ты просто нуб и не умеешь играть. Я умею играть, вы сами видели, то я прошел так далеко. До последнего уровня, вот. Сейчас постараюсь пройти. Так, прошел тут. Тут прошел, тут запрыгнул. Тут теперь точно запрыгнул. Тут запрыгнул. Вот что за фигня? Что? Объясните мне. Ну как? Я не могу остановиться на этом ролике. Я должен закончить его. Я должен пройти хотя бы третий уровень. Алло. Так. Кстати, с 16-го у меня будут огромные проблемы по снятию роликов. Я сниму много роликов и буду отмечать дату, потому что у меня будет огромная проблема в том, то, что я уезжаю в лагерь. Но я постараюсь снимать ролики. Если будет интернет у кого-нибудь, выпрошу, то тогда... Вот что? Боже, если кто не понял, я сейчас ударил телефон там... А кровать, потому что я примерно на кровати, можно играть, можно сказать, игра. Потому что геймерского места у меня нет, так как я сейчас нахожусь в деревне. Так. Я спокоен.
я спокоен. Блин, а ну что? Так. Все, я сейчас поставлю на паузу, сосредоточусь. Так, я прошел до шипов этих. Сейчас буду проходить дальше. Так. Сделаем вид, что этого ничего не было. И сделаем вид, что ничего этого не было, кстати. Маленький привет. Наблюдает он тут. Тут вот он агрится. А мне надо пройти вон туда. Что такое происходит? О, вы заметили то, что он прыгнул? То есть, вон туда прыгнул. Кстати, делаю выводы, то, что... Вообще, я не понимаю тех, кто просто скачивает приложение. Вы вообще смотрели? Вдруг у вас тоже есть запись экрана просто. То есть, вот у меня запись экрана, и вот шипы. И, типа, их много сейчас будет. И вот тут вот вообще могу сделать так, типа, шипов вообще нет. Но я особо не лечу в этом. Так, ну ладно. Кстати, для монтажа я использую приложение CapCut. Пользуйтесь, очень помогает. Так, сейчас я уже тут. Сосредоточиться. Мне казалось, я уже должен пройти, должен этот уровень. Потому что он не настолько уж сложный. Я его проходил. Я вначале показал место, где я обычно задыхаю. Почему я сейчас на нем стал задыхать жестко? Ой, блин! Динамайт. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту. Так, все, Вот только сказал, сосредоточили, все. Так, сосредоточились. Чё ты, маленький? Чё ты на меня так смотришь, а? Чё ты? А я выше тебя подпрыгиваю, видишь? Напишите в комментариях, что он там трындел, раздражает. О. Здорово, чел. Скелетончик. Наконец-то я прошел до этого места. Боже мой, как же я устал. Как же я устал там проходить все это. Просто вы не представляете. Я минут 10, я больше полролика сейчас снимал это. Погнали вниз. Бом. Да ну блин, нет. Погнали. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ту-ту-д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 у-ту
Короче, сейчас этот момент будет неинтересный. Как
как весь ролик. Ну, короче, если я сейчас прохожу это все, этот уровень, то вы подписывайтесь и ставите лайк. Договорились? Короче, договорились, пофиг. Итак, мы договорились. Ладно. Если ты сейчас, если ты за 3 секунды поставишь лайк, подпишешься на канал, то твоя мама будет самой лучшей через 3, 2, 1. Итак, если ты успел, то твоя мама самая лучшая. Если нет, то виняй на себя. Но у тебя есть второй шанс через 3, 2, 1. Время пошло. 3, 2, 1. Надеюсь, ты сейчас успел, потому что я тебе дам сейчас... Если я сейчас и дам последний шанс, то он будет последним. Итак. Последний шанс даю. Через 3, 2, 1. Итак, погнали. Я прошел этот уровень, наконец-то. Он меня так задрал. Ну что ж, level complete. Как же давно я не видел этот надпись. И последний уровень, смертельный, как там показано. Монетка, ладно, промолчу. Вот эта вот штука, я помню ее, но она очень сильно меня бесила вначале. Но я ее быстро прошел. Сейчас попробуем еще раз. Блин, да, это надо вперед. Блин. Вообще что-то не идет. Фух, сосредоточимся. Сохраняемся. Так, погнал, 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 погнал. Погнал. Чё за? Вот этот последний, он всегда меня очень жестко бесит. Dynamite. Тут. Ну, мне не привыкать. Погнали. Это финальный уровень. Так, фух. А, я в клетке. Погнали, меня куда-то потащили. А мне интересно, надо самому сломать же, да? Ну да, надо самому сломать. Ох, я вспомнила это начало, боже мой. Боже, как я вспомнил. Я же проходил это все сегодня, я уже забыл этот уровень полностью. Dynamite. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если что, я еще с 20-го года аж... Ну, для многих это вообще не варик, играю в Бравл. Поэтому я могу прям мыслить только о Бравле, а не только о геометрии, хотя я ее снимаю. Ух ты ж. Нет, а эти шипы все-таки убивают, кстати. А мне казалось, нет. Я их просто легко перепрыгнул. Dynamite. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Ох, боже мой. Давай назад сразу же берем вот так. Так. Ох, блин. А, царапался. Так. Погнали. Кубиком тут нельзя. То есть мы там будем проходить на превращение. Это было опасно, пипец. Сначала я жестко испугался, когда вот так стало. Кстати, оцените мой скин. Dynamic. Если что, я уже тут выучил, как проходить. Блин. Короче, сейчас быстренько покажу, как проходить. Нарисую вам. Итак, мы появляемся, идем вот так, проходим тут, выходим тут. Ну, я вот тут, вот, вы видите. Ну, выбираемся вот отсюда, вот так вот. Идем так, забираем тут, идем. Тут забираем. Выходим сюда. Проходим то же самое. И выходим. Все. Ну, надеюсь, вы поняли. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было опасно. Ну, сами видите, почему. Тихо. Вот в этот момент. Вот этот я часто лохуюсь. Так, погнали сразу же. Вот этот момент, я тоже часто я забываю этот момент. Сейчас быстренько пройдем вот это вот все. А то я чисто забылся уже. Ну это же простительно, надеюсь. Дальше, ну... Попробуйте проходить другим способом, но вы потом поймете, почему именно таким надо. Вот сейчас вот очень опасно, я ненавижу этот вот тут вот все проходить. Погнал. Я тут и ни разу не смог пройти, кстати. Стоп, так они же двигаются только по одной траектории, в этом и плюс же. Боже мой, мне придется заново это все проходить. Давай, пошел. Да! Нет! Ничего, босса сейчас проходить? Вы понимаете, что я вообще не умею играть? Ох! Колючка, здравствуй. Вы понимаете, я не умею. Вы издеваетесь. Нет. Ох ты ж. А, ну тут так и... Ох, боже, как же проносит то, что... Я сейчас пройду за товар, походу. Как я понял. А, вот этот зеленый более жесткий ударчик. Сейчас будем походить. Ну нет. Туда. Вот так.
Давай, в меня стреляй, давай, пошел. И в себя сразу. Не, он, я пропазал, ну. Мне это удобно-то играть, потому что... Ну, вы же знаете игру Пикунику, надеюсь. Я играл в нее. Да как? Нет, это невозможный босс, можно сказать. Подпишитесь те, кто его прошел уже. Попал. Вот так надо держаться. Еще один раз попал. Вот так вот. Надеюсь, он не скоро будет во второй фазе, потому что я вообще не готов. Я видел, как чел один усложнял этого босса. Он во второй фазе! Он стал быстрее стрелять, алло. Вообще нечестно. Тихо. Надеюсь, попаду. Все. Вот так. Пошел. Вот так, хорошо. Так. Стреляем. Попал. Пошел. И, пожалуйста. Ну, нет. Ладно. Сейчас. Так. Вот так. Промазал. Так. И. Попаду или промажу. Он вообще перестал. Вообще, я не знаю. Тут просто я хожу влево-вправо. Вот вам рассказываю, как играть. Не всегда это работает. Смотрите. И вот я вот тут. Он стреляет в меня, стреляет. Сейчас он сюда стрельнет. Я в него промажу. Я уже выучил все тут. О, попал. Класс. Dynamite. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Я понял, когда он близко, надо кидать их в него. Ой, если бы я прыгнул. Вот, я тут снова. Ну, чем он такой устрашающий? Вот я помню, вот я смотрел ролик. Вот это вот... В итоге в лаву я скатился. Давай. Опа. Ух ты ж. Жесткий, братан. Жесткий. А я понял, как надо по нему стрелять теперь. Ой, блин. Надо вообще следить за тем, куда он кидает. Чтобы не попасться. Я знаю, куда он кидает. В меня. Так. Погнали. Давай, поближе. Вот так. Сейчас третий раз попаду я. Попаду. Третий раз стреляем. Промазал. Блин, я слежу за пулей, которая летит туда. Мне наоборот не надо следить за ней. Ладно. Я не понимаю, как его пройти. Ой-ой-ой. Так, осторожно проходим. И в итоге моя атака его и убила. Очень устал, честно. Ну, вы поняли, почему устал. Это просто нереально. Все время сражаться с боссом. Вы же знаете, ну, вы сами знаете, вы видите, за что я его прохожу совсем немного. Но я снимаю уже полчаса, я очень устал. У меня уже что-то
Крутится все, вертится. Уже вторая стадия. Алло, нет. Честно, страшно уже становится, тяжело. А четвертая, там пятая стадия есть. Есть! Он лазером стреляет, алло! О, нет, 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 нет! Черт, он лазером начал стрелять. Не, ну сейчас сначала для меня станет вообще легким, потому что я прошел... Потому что я дошел до третьей стадии. Чем он ближе, когда он близко, то надо стрелять. Вот почему я не попадал все время. Вот, вы поняли, я стрельнул там. И он был далеко от меня. А я вообще не понимал, как стрелять вообще. Потому что я смотрел, я не понимал, в чем разница красных, зеленых выстрелов. А из зеленых такие штуки. Вот такие пироги. Вторая стадия. Ну, он стал намного замедленнее, сильнее, больше стрелять. Нет, я все-таки в лаву валился. Ну зачем так он так далеко кинул тогда? Он взял чистейший обман. Сейчас он сейчас полетит сюда, тогда я стреляю. Ох, так. Блин, ну это становится все сложнее и сложнее. Так он стреляет меня, но обычно он направо сразу улетает. Да, сразу стрелять это была ошибка. Потому что я устал уже так уклоняться все время. Так, вторая стадия, погнали. Это было... Вы видели, насколько это было опасно просто? Невозможно. АВП. Что-то там. Он берет АВП. Нет, невозможно. Что-то там еще невозможно. Сейчас он выстрелит. Пятая стадия сейчас должна быть. Да, пятая стадия. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Так, да тут все время опасно. Лазер... Ой, я больше половины босса снес, боже мой. Насколько же это сложный босс для меня. Потому что меня считать профессионалом просто нельзя. Это ошибка человечества. Просто берем и идем туда. У меня в идеях сюда просто прийти. Так, он летит сюда. Я просто хотел быстро, чтобы он стрельнул ко мне поближе вот эту штуку. Нет, я профукал. Ой. Сосредоточились. Идем по старой тактике. Нельзя ждать, чтобы он далеко улетел. Ну я прошел больше полубосса. Чего я на первой стадии сдыхаю? И не надо писать в комментах то, что я нуб. Я просто как бы устал сильно. Можно сказать. Вот в следующий раз, когда увижу своего друга одного,
И покажу ему то, что я до босса, босса уже прошел, можно сказать. Я сейчас просто пытаюсь пройти босса, вторая стадия уже. Все, сейчас там... Ой, вообще! Что за... Боже, подолбанный. Все, я не могу, я устал. Стреляем ровно в него. В него, давай. Раз. Два. Кидаем в него. Вторая стадия, погнали. О, боже, зачем? Ну, вот вообще, если смотреть, то босс довольно легкий. Ну и что, что я его не могу пройти, можно подумать. Ну, напишите в комментах те, кто его... Да, плюсик, то, что, кто его прошел. И напишите минус, кто его не прошел. Мне просто зажало. Погнал, погнал, погнал. Это было опасно. Вот для этого я был близко. Я специально стараюсь быть близко к боссу. Так, давай. Пошел, 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 пошел. Вот так, вот так, вот так. Попал. Вот, вот этот вот этот вот снарядный грохнул. Этот. Попал. Понимаю, если, ну, называть ноубом того, кто не может второй уровень пройти. Вот это я еще понимаю, называть ноубом человека. Но если как я не могу пройти босса финального, то вообще нельзя называть ноубом, потому что... Ну, это же босс вообще. Все могут не... Они могут и не пройти этого босса. Опа, сейчас очень опасно, очень опасно, очень опасно. О, нет, еще более сложная стадия, алло. О, боже мой, я забыл про это. Боже мой, не страшно очень. Мне казалось, он вообще зеленым не будет стрелять. Нет, я сдох. Боже мой. Так, я... 40 минут, ну, минут 15 пытаюсь пройти этого босса. Я не могу просто сосредоточиться. Это очень сложный босс, по-моему. Поэтому, я думаю, его надо будет пытаться пройти в следующем ролике. Но я хочу все уложиться в один ролик. Вот, кстати, смотрите. Вот я... Вообще первую полосу сейчас будет очень легко почему-то. Потому что я просто по стопам босса хожу, можно сказать. Вы видели, я прям взрыве прошел? Если не видели, посмотрите на повтор. Вот, он летит на меня с пули уже. Загрим его на третью стадию. Сейчас быстренько. Один раз надо попасть. А, нет, уже. А уже за... Блин, третья стадия. Вот до нее даже дошел уже. Так, сейчас он будет стрелять. Так,
пожалуйста, можно я его сейчас пройду? Сделайте как-то так, чтобы я его смог пройти. Я сейчас молчу, потому что я в большом волнении. Тяжело играть и говорить просто. Просто то, что я снимаю, это очень сильно усложняет. Я не могу же очень сильно сосредоточиться. Это... Боже мой. Нет. Попал. Ну, короче, скорее всего, я сейчас просто где-нибудь на легком моменте сдохну. Сейчас будет третья стадия. Лазером пошел сразу, говнюк. Давай зеленый кидай мне. Мне надо как-то себя убить. Ладно. Итак, этот босс оказался слишком сложным. Ух, я не смог его пройти. В следующем ролике я его уже пройду. Вернемся на последний уровень. И пройдем его уже вместе. Если этот ролик наберет я буду выкладывать ролики. Если этот ролик наберет даже 10 просмотров, вот этот. Боже. Я буду счастлив, честно. Пожалуйста, подписывайтесь и возвращайтесь.